пришли на почту. Миша, тут нужно что-то получить по почте. Я так чуть-чуть побыстряку сниму. Всякие какие-то ништяки для детей, что-то тут. Угу. Тряпочки, ручки. И книжки. Ну, то есть чистящих средств для кухни тут нет. В автосервисе. Там Миша вот это вот, короче, царапину его заделали. Но заделали плохо. Поэтому сейчас приехали, короче, переделывать. Как по-другому сказать. Ничего тут, конечно, видно-то не будет, но это я так просто. Вон этот чувак копается там. Исправляет. Потому что, да, потому что на солнце прям видно было. Как бы некрасиво, короче. Может быть, будем продавать эту машину, поэтому надо сделать, чтобы все красивенько было. Это, короче говоря, там въезд в подземный гараж, и он очень узкий. Причем выезд нормальный, а въезд узкий. И вот как-то раз Миша там въезжал и задел бочины прямо этот дурацкий столб. И он говорит, я потом видел, что там, ну, как бы многие машины поцарапаны, не один он. И прямо перед нами одна тетка въезжала, тоже поцарапала. Я видела это. Так что, в общем, заделываем тут эту штуковину. Гляньте, какой ствол у дерева. Просто вообще толстенный. Совершенно не получается отобразить. Высоченное дерево. И птицы, слышите, поют вообще. Ой, какой кайф. Ой, птица, это вообще отдельная, конечно, песня здесь. Какой домик интересный, с квартирками. Симпатичный прямо. Рядом мое любимое дерево. Кстати говоря, мне подружка одна сказала, ой, что ты их видео смешными назвала? Ничего они не смешные, они просто... В том видео они были, да, не смешны, но я все время хочу вам снять. Есть такая не аллейка, а дорога. И вот когда мы к маме едем, к Мишиной, навещать ее, и понад дорогой вот растут вот эти вот деревья, но они там, вот они действительно смешные. Я когда их первый раз увидела, в первый свой приезд, ой, я вообще просто, у меня челюсть отвисла. Они, знаете, я все время хочу их снять, но просто дело в том, что или Миша в машине болтает с какими-нибудь клиентами, он болтает по громкой связи, естественно, я не смогу ни комментировать, ни еще там чего-то. Либо уже темно, либо еще что-то, либо я камеру, короче, не взяла, вот и все. А показывать на мыльницу, я с собой ее стараюсь всегда сейчас брать, потому что мало ли что, хотя бы чтобы на мыльницу было снято. Что-нибудь интересно вдруг, если я увижу. Вот, и, в общем, пока что вот не получается. Нужно будет как-нибудь вот прям задаться целью и снять вам их. Вот они просто, они такие, каждая по-своему прикольная. Вот это вот оно, листва у него, оно такое пышное, вот это вот дерево. Красиво так все расположено, веточки. А те это просто... Ну, кадры. В общем, нужно показать вам это просто будет. Попозже как-нибудь обязательно. А вот эта вот серферская доска, это обратный отсчет. В Голд Косте здесь вот будет в 2000, каком, получается, 18-м, что ли, или 17-м году. Так, или что-то я уже разучилась вообще считать. В общем, через 2 года, 307 дней, 2 часа и 2 минуты, ой, уже 1 минута, будут проходить игры Содружества. Это такие международные спортивные соревнования. Они проводятся раз в 4 года и очень достаточно масштабные. Там после них только по масштабу могут сравниться Олимпийские игры. Так что прям здесь будем смотреть. Вот тоже на набережной местечке вот эти вот мне штучки очень нравятся, типа лавка-диван. Здесь вот очень рядом, очень много рядом всяких закусочных, фастфудов, Макдональдс и так далее. Вот люди многие
приходят сюда, садятся, смотрят на закат. Прикольно. Ой, я вообще просто до сих пор сама не могу поверить, что я вообще в таком месте нахожусь. Просто. Гляньте, эти до сих пор просят жрачки. Это просто. Безумные. Уже закат. Дело к вечеру, уже за полшестого. Вот те вот черные точки, это, короче, серферы. Мне сразу фильм «На гребне волны» вспомнился. Все время я с этими ассоциациями фильмовыми, скажем так. Ой. Конечно же, не могу не трясти камеру, прям по песку тут хожу. Там люди просили поснимать океан поближе. Ну, конечно, сейчас что-то погодка не особо, ну как бы солнечно, но были заняты в эти дни. А сегодня не занята, но было пасмурно. Вроде как особо не пойдешь, в общем. Интересно, какая вода вообще, теплая все-таки или нет? Потому что днем все равно люди купаются сейчас. А, кстати, сегодня 1 июня, первый день зимы здесь. Было сегодня днем 22 градуса, ну вот пасмурно, я же говорю. Ой, прям... Эти серферы прям романтик такой. Ой, вода. Класс. Так что будет получше погода, я сниму с красивого места, там главный пляж. Наверное, уже говорила про это. Все только обещаю. Если получится, еще в одном месте красивом сниму. Там вот эта вот девушка выходит вообще, серферша. Прикольно как. Океан — это, конечно, вообще крутяк все-таки. А вот цены в парикмахерской, которая вот у нас прям в холле здания, где мы живем. Очень прямо даже дешевые цены. Мужская стрижка 20, женская 25, милирование от 75. Это я не знаю, что это такое. Маникюр 22 и фейсел. Что это такое фейсел? Фиг знает. Короче, дело после ужина. У нас тут сейчас с Мишей намечается пенная вечеринка, мегапати. Будем, короче, машину мыть. Просто я хотела показать этот вот подземный гараж, да? Вот. И вот здесь вот номера квартир. За каждой квартирой закреплен свой участок, место. И вот хотела показать вот здесь вот такое место тоже. В общем, здесь можно загнать машинку спокойненько. Вот видите, карвош. И помыть. Так что сейчас этим будем заниматься. Да, наша мега-пати начинается. В общем, девочки, час я не знаю чего пришел. Купила вот себе краску Ревлон. Ну, без аммиака обещают, что мега закрашивание седины будет, не знаю. Но я сомневаюсь насчет оттенка. Здесь вот 47-й. Вообще-то, если по цифрам, по парикмахерскому вообще этому всему считать, то четверка — это достаточно такой темный цвет, не мой. Мой пятерка. Ой, ну что делать, будем надеяться, что нормальненько все будет, потому что, не знаю, в общем, не нашла я еще нормального магазина профессионального, где был бы большой выбор красок и так далее. В общем, ну что, приступим, господа.